Итак, вот мы приехали и заселились в номер. А где что-то номер наш написан, не видно, да? Ну, короче, 626 номер у нас. Магнитный замок. Мы уже тут куртки так снимали с папой. Так, медленно показываю. Это вот спальня, типа детская. И выходит на дорогу. Но окна закрыты, шума мало слышно. Василечек приедет, и будет это его комната. Вот мы приехали, сейчас 3:45. Вот такой номер. Со шкафом, с картинами. Дальше проходим, здесь туалет с ванной. Меня запечатлеть во всей красе. Так, лампочки экономные, долго разгораются, но потом очень ярко становится. Я пишу уже сразу. Вот дает, кушать готов. Тут посудомойка, так что потом все мы тут забросаем продуктами, вещами. Печка, духовка. Камин горит хорошо. Ты уже камин проверил? Да, сейчас проверю. Это барная вот типа стойки, как у Василька в домике. Вот стол на 6 человек рассчитанный. Так, папа уже камин нашел. Так, а как, где же люстра включается? Не, нам не надо. Чего? Тепло еще нам и так тепло, да? Да. Ну покажись, аж покажись. Глянь, какая красота. Глянь сейчас, туда. Сейчас, вот это камин. Сейчас, секундочку, вот это наша спальня. А мы будем сегодня спать отдельно. Там Василек будет спать, или ты будешь в зале спать? Ты будешь в зале спать? Нет, я буду там спать на кровати, а ты в зале. А, вон оно как. Че, праздник уже кончился? Хватит, да? Нет, блядь. А что? Этот как. Все есть праздник, а мы все время вместе. А сегодня в честь праздника будем отдельно. Понятно. С тобой все ясно. Что-что? Обязательно. Комментарии нужны. А это вот туалет наш. Вот ванна. С туалетом и. Шо, папка, проголодался? И тут тоже телевизор. Телевизор здесь. И теперь вот такие окна. И вид на океан. Так. Откуда у нас колбаса? Шо, о чем ты говоришь? Ой, а ветер сумасшедший, мама родная. Тут вот столик, мангал и вид на океан. Сиди и наслаждайся. К сожалению, на втором этаже было бы лучше, потому что там сухие стулья, а тут мокро. Did you see? It's amazing. Так, закрывай сетку. Amazing, закрывай двери, холодно там. Пап, закрывай двери, замыкайся. А что будет замыкаться? Не надо замыкаться, да? Ну, нет, вот такой. Не брала малыша разве? Вот такой домик получился у нас. Ну все, пап, маши ручкой. А где свет включается?